Вы все знаете Каспара Фридмана, режиссера городского театра. Он снова работает. Он ставит Камилу и хочет, чтобы все роли сыграли студенты. Жозефина, ты будешь играть Камилу? Невидимая. Камила доходит до предела. Она трахает себя до смерти и вскрывает вены. Ты тоже кончена? Ты заводишь мужчин? Я что, должна страдать, как Камила? Изнасилование? Членовредительство? Резать вены не значит быть дальновидным. После «Дитя ноября» новый фильм Кристиана Швохов. Камила. Извини. Камила. Яхим. Запомните мое имя. Ты один это делаешь? Секс для меня — это как есть пирожное. Я ем и ем, и мне все недостаточно. Чем вы занимаетесь в вашей школе? Мне нужна энергия, напряжение. Проснитесь. Нет никакой разницы, когда ты спишь и когда играешь. Тебя попросту не видно. Зачем же вы меня взяли? Фина! Я должна идти. Пожалуйста, останься. И что потом? Выдающееся творение мастера. Насыщено. Я тебя помучаю, а ты помучаешь себя. Отлично. Да вы просто садист. Это ненормально. Ты, кажется, писала красивые стихи. Ты поедешь со мной? Почему ты дал мне роль? Потому что думаешь, что я психически неполноценна? Вы все с ума посходили? Это не ты. Это просто твоя роль. Невидимая. Большое кино. Потрясающе. Süddeutsche Zeitung. Потрясающе.